Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Ну что ж, ребята, я вас приветствую. В этом ролике я буду работать в такси. И я должен буду сделать 100 заказов. Я снимал подобное видео на дальнобойщиком. Вам оно очень сильно понравилось. Вы набрали много просмотров, много лайков. И я вам обещал, если вам этот видос зайдет, то я запишу видео, где я буду работать в такси и сделаю 100 заказов. Мы посмотрим, сколько я заработаю и сколько мне на это понадобится времени. Поэтому присаживайтесь поудобнее, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы на этом ролике наберете также много лайков, то я запишу еще подобное видео с какой-то другой работы. Ну а если вы еще не играете на проекте Amazing RP, то конечно же не забывайте вводить мой промокод. Пишите /mm, 7 пункт, промокод, указать друга ютубера и вводите самый лучший промокод Полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч, его можно вводить на любом серваке до 5 уровня. Поэтому вводите его, получайте деньги, покупайте себе первую машину, квартиру и развивайтесь на проекте. Ну а я в свою очередь могу вам пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, смотрите видео от начала до конца. Я на самом деле сам не знаю, сколько мне понадобится времени, поэтому я думаю, этот видос все равно достоин лайка, достоин вашего внимания, потому что такие ролики записывать на самом деле очень сложно, поэтому хочу от вас увидеть максимальную поддержку, я буду очень сильно благодарен. Всех обнял, приподнял, полетели! Ну что ж, ребятки, я полностью готов, машину я заправил, ремки купил, деньги на банкомат положил. То есть у меня сейчас 0 рублей, все в принципе отлично, я полностью готов работать. Не знаю реально, сколько у меня на это уйдет времени, я надеюсь, что в 3 часа я уложусь реально, потому что, ну, 100 заказов, это реально много, грубо говоря, у меня как бы максимальный скилл, потому что между 20 и 50 разницы по факту нету. Как бы нету разницы между моим скиллом и максимальным скиллом, это 50-м, то есть зарплата будет одинаковая. Поэтому, грубо говоря, я буду работать на максимальном скилле таксиста, мы посмотрим, сколько я заработаю за 100 заказов. Как я буду считать заказы? Пишем команду cinfo, и здесь у нас отображается, сколько мы сделали доставок за все время. И за счет этого будем отталкиваться от этого, заработать для себя за все время 14 миллионов. Нихера себе! Просто когда держал таксопарк, как бы я работал, и у меня статистика не отображалась, там, короче, баг есть, а вот теперь я сам вижу свою статистику. То есть я заработал за все время в такси 14 миллионов, пацаны. Это реально очень много. Короче, смотрите, вот у меня доставок за все время получается 1177. Поэтому мы запоминаем вот это число. То есть, чтобы я сделал 100 заказов, должно быть 1277. Я думаю, в принципе, уже все понятно, ясно. Я уже буду приступать именно к работе. Давайте засекаем время. 8:54. Это то время, в которое я начинаю работать. Пишем команду с job, выбираем доставочка и все, и полетели, короче, сразу просто сходу начинаем работать. Я не знаю, сколько мне понадобится времени, я даже примерно не понимаю, сколько я заработаю, блять, сука. Че ты фризишь, гандонша, блядь? Вот берет и с нихуя просто фризит, пацаны. Поэтому я реально извиняюсь, блядь, если будут фризы. Но я ничего не могу с этим сделать, я не знаю. Потерпим, ребята, потерпим. Я думаю, ничего страшного. Короче, что я хотел сказать? Блядь, охуенно просто. Рассказал нахуй. Я хотел сказать о том, что я работаю на М5 в 90. То есть, ну, это не совсем, знаете, такая пиздец быстрая машина. Кстати, в ОБТ, то есть в новом обновлении, ее пофиксят, она будет ехать третьим чипом, там, 300 с чем-то, по-моему. А в новом обновлении она будет ехать очень бодро, поэтому, бля, я очень рад, реально. Я когда увидел то, что ее, как бы, ну, пофиксили по скорости, то есть сделали лучше, я просто реально очень сильно обрадовался, потому что, ну, это моя любимая машина, это моя единственная машина, поэтому я реально очень рад. Сейчас она, как бы, тоже неплохая, но 273, я думаю, понимаете, ну, это не серьезно вообще. Это прям вообще не серьезно, мне это не нравится. А вот если будет она 300-ки валить, вот это будет уже, знаете, по-мужски. Вот это будет то, что мне реально нужно, потому что М5 должна реально ебашить. Я на самом деле давно в такси не работал, немножко как бы отвык, но будем сейчас
привыкать, думаю, часик покатаю, уже полностью вольюсь в тусовочку таксистов. То есть, по факту, как бы, работа несложная. Я держал таксопарк, как бы, я про эту работу все знаю. И, кстати, если что, я катаю, наверное, с 10%, поэтому имейте, как бы, в виду то, что стоит 10% в таксопарке, и я катаю на 10%. То есть, мы посмотрим, сколько я за сегодня заработаю на таксопарк и сколько я заработаю на себя. Просто, понимаете, на дальнобойщиках намного проще. То есть, ты можешь там короткие рейсы возить и все, как бы. И за счет этого ты можешь быстренько наебашить 100 рейсов. Ну а в такси, пацаны, это рандом. То есть ты не знаешь, куда тебе придется ехать. Как бы куда тебя кинет, туда ты и будешь ехать. То есть да, работка такая, знаете, легенькая, неприхотливая, просто катаешься. Не пиздец прибыльная, но для новичков прям вообще классная работа. То есть вам там дается машина, либо можете работать на своей машине. То есть работка такая интересная. И мне надо сделать там, в общем, типа 52. Но там оно неправильно считается. Там типа 2 коротких считается за один заказ, один длинный считается типа тоже за один заказ. Короче, здесь система немножко по-другому работает. Is an A, but an ass 10. He wants a picture, but he told his girl to ask me. Leather pants got me feeling like a bad bitch. I'm still the same rocker since back then. Still on the same drugs, but way more. Beat up Vans, I got taste though. My new crib is somewhere sunny out, but I spent 12 bands on this raincoat. Always off of it, forever locking in. I'm going hard again, your boyfriend clocking in. Black and white chick mix like Dalmatian. My mama said I spent way too much on it. Been doing shows, if he keeps on asking for a feature, I'ma keep on saying who probably. Bitch, we on go, ain't pulling up to no function, but the song got hoes dancing at the party. Bitch, dance and throw that ass up. Blunt so big, I can roll your ass up. Drop it, I got my bags up. Copy bands, you need to raise up. Do it, go stupid. Ass on fat, but the waist on moving. Got 3 racks just spent on shoes and what you want, bitch. I ain't much, you buy. Fill with OJ, coke on the nose ring. She said she in love, yeah, but I'ma tell her no way. 2016, I was riding with a low fade. 2016, I was rocking hella no face. Hey, she don't give me face in the back of the Velcro. I'ma take the commas, boy, you can keep the decimals. Make a bitch scream, I'll be adding up the decibels. Let me see you dance, stretch it out, it's incredible. What's your name? I didn't catch it. Oh, you're from Brooklyn, like the magic. Oh, your friend said that I'm active. Baby, I don't know Jack like cactus. Sipping cacti, not no white cloth. She my angel in that white cloth. Sniffing white lines down in my loft. But I'm so high, I must admit. Tell me your name one more time, I won't forget. Bitch, dance and throw that ass up. Blunt so big, I can roll your ass up. Drop it, I got my bags up. Copy bands, you need to raise up. Do it, go stupid. Что ж, ребятки, вот я сделал 100 заказов, на это ушло у меня много времени, много сил, но я это смог сделать, реально, я сделал 100 заказов в такси за один день. Возможно, для кого-то там много, возможно, мало, но на это я потратил, пацаны, 4 часа 30 минут, плюс-минус, короче. Реально потратил много времени, честно, на дальнобойщиках было реально полегче, то есть, я не знаю, но это скорее всего того, что у тебя есть выбор, как бы, ты можешь там туда поехать, можешь туда поехать, а здесь у тебя выбора нету. Ты либо едешь, либо не едешь, понимаете? То есть, здесь как бы выбора нету. 1 300 000 рублей. Это моя чистая прибыль, которую я смог заработать. Теперь давайте посмотрим C-инфо. Вот, вы можете сами убедиться, то, что я действительно сделал 100 рейсов, то есть 100 доставок, 1277. А когда я начинал, было 1177. Поэтому, вот, как бы, посмотрите, распишитесь, как бы, я реально сделал 100 доставок. И если грязными, то я заработал почти 1,6. И на таксопарк я заработал 175 тысяч. Ну, в принципе, неплохо. Напомню то, что комиссия составляет 10%. То есть, ребятки, теперь вы знаете, сколько можно заработать, получается, на максимальном скилле такси. Напоминаю то, что между 22 скиллом и 50 по зарплате нету разницы. То есть, грубо говоря, я реально работал на максимальном скилле. Давайте я вам также покажу скилл, потому что я его немножко прокачал. То есть, вот, можете посмотреть. У меня был 22, я вкачал 23.
третий, если я бы еще немножко поработал, там часик, я бы вкачал 24-й. Но если вы не хотите долго работать, зарабатывать, то, конечно же, не забывайте вводить мой промокод при регистрации. Пишите /mm, 7-й пункт, промокод, указать друга ютубера и вводите мой промокод Полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч. Его можно вводить на любом сервачке и обязательно вводить его до 5 уровня. Что ж, ребятки, на этом я буду заканчивать. Я вам все подробно рассказал, показал, поработал. Я надеюсь, что вам реально понравилось, потому что я обещал вам такое видео. И я его сделал, теперь от вас хочу увидеть реально хороший актив. Если покажете реально хорошую активность, я запишу еще подобное видео по другой работе. Все полезные ссылочки есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну а на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.